вот экспериментальный образец, более понятный. Так вот. Так-то идея, она вся работает довольно хорошо. Теперь надо думать, как ее закреплять на стене, на верстаке, может, на плече руки, еще как-то. Как красиво все это размаркировать. Появились первые проблемы, например. Если жало маленькое, тонкое, тогда у него не хватает мощности примагнититься, и он плохо снимается с отвертки. Поэтому для тонких нужно немножко больше длины магнитной сделать. Видите, может, видно, нет? Вот, вот этой зоны сделать больше, чтобы хватало мощности отцепляться. Так. А так вот идея снимать все одной рукой, менять биты, вот так вот работает вполне себе.